Приветствую вас на канале Автоток. В данном видео обзор на штатную магнитолу для автомобиля Kia Rio. Выполнена она в пластиковом корпусе, повторяющем форму головного устройства. Цвет черный глянец, имеется вставочка серебристая. В общем, приятный дизайн, встанет на место бичелей и зазоров, на место прежней магнитолы. Вот. Ну, тоже касается и креплений, все там так же, поэтому с установкой проблем не возникнет. Вот. Подключение пин-ту-пин, специальная фишка имеется в комплекте, тоже с проводами ничего делать не нужно, не резать, не скручивать, просто вставили фишку и все работает. Вот дисплей 9 дюймов, довольно большой, хорошее разрешение экрана, цветопередача отличная. Вот сенсорное управление, емкостный сенсор, поэтому давить пальцем не надо, плавненько проводим и экран реагирует на все. Вот также он морозостойкий, что в наших суровых зимах очень полезная функция. Имеются также сенсорные кнопки слева, они имеют подсветку красного цвета, не сильно яркую, но ночью при этом хорошо видно. Вот. По характеристикам данный девайс довольно стандартную конфигурацию имеет. Это 4-ядерный процессор, гигабайт оперативной памяти и Android 7.1.1. Хорошая версия, в принципе, все неплохо здесь. По приложениям пробежимся, есть радио, встроенный радиотюнер. Прием сигнала хороший, даже на большой скорости. Вот. Воспроизведение звука за счет хорошего звукового процессора тоже на высоте, поэтому будет работать нормально даже на штатных колонках. У самого радио интерфейс простой, понятен в настройках, как бы разобраться несложно. Ну и эквалайзер также имеется для настройки звука. Вот. Аудио-видеоплеер присутствует, поддержка большинства форматов медиафайлов, как с внутренней памяти, так и с внешних носителей можно загружать, типа USB-флешки. Вот. Видео для демонстрации включу, чтобы было видно картинку. Хорошая цветопередача. Все плавненько идет. В общем, фильм можно смотреть. Так, навигация присутствует. Возможность установки навигационных систем. Android поддерживает множество таких, такие как Google карты, Яндекс карты, Navitail, DoubleGIS и множество других. То есть, какая вам больше нравится. Bluetooth, синхронизация с HandsFree-гарнитурой, смартфонами, передача изображения, звука. Все это имеется. Набор тоже, чтобы не отвлекаться от дороги. Так, что еще? Настройки кнопок руля. Тоже здесь с обучением разобраться несложно будет. Так. По RCA кабелям, которые в комплекте есть, можно подключить различные камеры заднего, переднего хода, круговой обзор, парковочный и много других. То есть очень удобная и полезная вещь. Так, ну и поскольку это Android, есть Play Market, приложение качать, Chrome браузер в интернете сидеть. Для интернета можно подключиться к сети Wi-Fi через настройки, либо через USB модем настроить интернет. Благо поддержка этого имеется. Вот, ну в целом хорошая качественная магнитолка, гарантия 12 месяцев на нее. Отправляем по всей России, также есть оплата наложенным платежом, то есть только при получении. Ну и постгарантийное обслуживание, техническая поддержка от менеджеров. Если вдруг какие-то проблемы испытываете, то можете позвонить, уточнить, решить проблему. Вот. Хорошая магнитола. Ссылка на нее будет под видео. Если какие-то вопросы имеются, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.